Наблюдать за боями юных спортсменов было интересно и в то же время страшно. Даже 10-летние боксеры наносили друг по другу серьезные удары. Для Аргуна Мусаева поединок завершился уверенной победой. Однако боксер считает, что за внешней легкостью боя скрывается серьезная работа на тренировках. Было сложно, он прижимался, было сложно поднять снизу. Тренер мальчика Андрей Селезнев победе своего подопечного сдержанно рад. Несмотря на то, что его ученик провел хороший бой, наставник подходит к разбору поединка весьма хладнокровно. Удалось то, что хорошо, что работал первым номером, многое получалось, но многое не получалось. Мало проваливал, мало добавлял снизу, так как соперник его слишком нагибал голову вперед. Вот. Есть над чем работать, у него все только начинается. Болельщики яро поддерживали спортсменов. Громче всех за своего друга, вышедшего на ринг, болел Матвей Тельпин. Однако ни пламенная поддержка, ни грамотные подсказки не помогли его товарищу победить. Юный болельщик связывает поражение с высоким уровнем соперников, выступающих на турнире. Ну, сильных ребят полно, все хорошо выступили. Турнир классный. Турнир по боксу проходил в поддержку Алины Шашуриной. Ее поединок куда серьезнее противостояния на ринге. Она борется с тяжелой болезнью и проходит курс химиотерапии. Девочка стойко переносит свой недуг, который пока не отступает. С поддержкой неравнодушных людей победа Алины, по мнению члена общественной палаты Ленинского района Ольги Вавиловой, лишь вопрос времени. И для нас важно не только помочь собрать средства, чтобы действительно лечение прошло успешно, но и помочь ей поверить в свои силы, потому что такие процедуры очень болезненные и психологически очень тяжело, поэтому важно Алине и ее семье почувствовать, что они не одни. В небольшом техническом перерыве юные боксеры не ушли на отдых, а специально для Алины поучаствовали в видеозаписи в поддержку девочки. После этого участники турнира продолжили свои выступления на боксерском ринге. В этот день все свои победы спортсмены посвятили юной Алине Шашуриной. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.